А 26. Молодец. Да, 26 лет. Да, молодой. Молодец. Спасибо, Господи. Мы очень рады, что ты помогаешь, не просто хочешь в церковь, но и помогаешь нашему храму, заботишься, читаешь, стараешься. Он очень переживает, когда в церковь не может прийти, там по разным причинам. На этой неделе у него был экзамен, один или два очень такие серьезные экзамены. Вот. Так что я думаю, что, наверное, Миша, тебе было не до дня рождения твоего, да? Да, ну как смог отметить, так отметил. Так что дай Бог тебе еще раз доброе здоровье, счастья, успехов в учебе и, конечно, успеха и благословения Божьего в твоей личной жизни. Я тебе хочу подарить здесь такой есть набор от Святой Земли, где свечи, 33 свечей, это иерусалимские свечи, вы все их знаете. Здесь они в таком маленьком формате. Вот, 33 свечи там всегда по годам нашего Спасителя Иисуса Христа. Это для тех, кто не знает, многие знают. Потом идет крестик, на котором был распят Христос Спаситель. И здесь потом есть святая вода, святая земля. Земля здесь есть, масло святое, а также ладан. Ладан и иконы Пресвятой Иверской, Пресвятой Богородицы. Так что желаю тебе всех благ. Еще раз пусть Господь благословит тебя вот этой небольшой святыней. Также во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Желаем тебе многое и благое лето. Многое лето.